Мы все долго этого ждали. И вот, наконец-то вышла первая часть трейлера 20-го обновления Blox Fruits. В этом ролике мы вместе с вами посмотрим первую часть трейлера, а также я покажу вам еще кучу различных новостей, которых вы 100% не знали. Ну а перед началом небольшая реклама. Хочешь приобрести геймпассы своих любимых игрок, но совсем нету робуксов? Тогда у меня есть для тебя решение. rbxfile.io, ведь на этом сайте самый выгодный курс. А именно 1 рубль равно 1,5 робокса. Моментальная доставка, а также огромное количество положительных отзывов. Помимо этого, на данном сайте вы сможете получить бесплатные робоксы, выполняя задания, а также приглашая ваших друзей. Кстати, по секрету, за этот промокод вы получите 40 робоксов бесплатно. А также на их соцсетях ежедневно проводится куча розыгрышей на робоксы. Ссылка на сайт в описании. Ну что же, ребят, буквально сегодня утром я проснулся и увидел вот такой вот видеоролик на канале Gaming Robot. Memos Sneak Peek плюс Showcase. Как вы понимаете, это полный обзор фрукта мамонта, то есть самого лучшего, самого большого фрукта, который добавит у нас 20 обновлений от разработчиков. Я думаю, что для всех очевидно, что если выложили уже первый ролик, в котором нам показывают новый фрукт, значит обновление будет совсем скоро. Перед тем, как мы посмотрим скиллы самого мамонта, я хотел вам кое-что показать. С чего я взял, что совсем скоро выйдет именно сам трейлер 20 обновления? Потому что если мы посмотрим на те видосы, которые выходили до этого на канале разработчика с других обновлений, то именно так все и происходило, потому что посмотрите сюда. Сначала они выложили трейлер Леопарда, потом они выложили трейлер Теста, потом Феникс Гравити V1, и потом они уже выложили сам трейлер обновления, в котором они как раз таки и сказали дату, когда оно выйдет. Поэтому, ребят, я более чем уверен, что скорее всего сам трейлер выйдет либо же в этом месяце, либо уже вот максимум, когда он выйдет, это в следующем. Кстати, сейчас прошлись, ну и давайте посмотрим сами скиллы мамонта. Здесь у нас, как обычно, максимально эпичные видосики. И здесь будет жесткая нарезка киллов в стендов 2. Ой, я куда-то не туда пошел, сори. Но давайте мы с вами посмотрим именно точно скиллы. То есть вот у нас мамонт, как видим, 600 мастери. Тут последний скилл требует 300 мастери, прямо как на леопарде. И вот давайте посмотрим скилл на Z, как он выглядит. Воу, ребят. К сожалению, дамаг не видно, но по анимации достаточно круто. Как видим, здесь какая-то тень мамонта, которая бьет сразу в три стороны. И получается, что мы сможем атаковать сразу трех противников. Ребят, это охеренно. Потом следующий скилл идет на X. Посмотрите, тоже опять-таки какая-то тень мамонта. Он зажимает и... вот так вот бьет, блин. Жалко, что дамага не видно, но все равно, ребят, это имба, потому что мы таким образом можем сближать наше расстояние с противником и быстро его атаковать. Тем более здесь я уверен, что будет также еще и сплэш дамаг. Для фарма мне кажется, что данный фрукт будет также неплох. Окей, давайте посмотрим скилл на С, который требует 100 мастери. И йоу, что это было? Он снова также подлетел на мамонте и ударил его, как я понял, вот так вот. Ладно, вот этот скилл, если честно, какой-то такой себе, типа он максимально похож на X. Окей, давайте посмотрим дальше, какие еще есть скиллы. Скилл на F, ребят, который требует 200 мастери. Давайте посмотрим. Он вот так вот зажимает и... Ю, что сейчас произойдет? Посмотрите, он зажал просто какой-то ульта сейчас будет. Охренеть, вы видели? Он прыгнул. На самом деле, очень странно, типа мамонт прыгает. Ладно, я, возможно, чего-то не понимаю, но скилл выглядит все равно эпично, то есть интересно, сколько это все дамага будет наносить. То есть сплэш имбовый, ребят. Охренеть, вы видели, как прыгать можно? Пацаны, это же имба. С помощью этого даже можно ранить и, в принципе, быстро передвигаться с помощью этого скилла. Ну и сам сплэш дамаг, это тоже, я думаю, имба, потому что, как видели, мы создаем такой взрыв и, соответственно, данный взрыв, он будет наносить большое количество дамага именно тем мобам, которые находятся в определенной зоне. Также посмотрите, как можно сделать. Можно вот так вот нацелиться наверх. Йоу, как он прыгает, охренеть. Блин, это чем-то похоже на килла. Ну теперь, самые интересные скиллы, которые будут с трансформацией. То есть, как я понимаю, если вы трансформируетесь в мамонта, то скиллы будут немного другие. Да, вот это то самое, что мы уже видели. Ну давай, трансформируйся и покажи нам скиллы. Да, как видим, во время трансформации мы также будем кричать, наносить дамаг. В принципе, похожая тема, как с леопарда. Вот такой вот скилл на F, посмотрите, он зажимает и вот так вот таранит. Ребят, просто представьте, это же имба против Будда юзера. Боже, я уже очень хочу поиграть на мамонте. То есть вы зажимаете F, на вас валит какой-то Будда юзер с КДК, с шарком. Вы просто зажимаете F и тараните его. Он ничего не может вам сделать. Ну и также прыжки. Посмотрите, ребят, охренеть. Как этот мамонт прыгает, если честно, я не представляю, но выглядит прикольно. Посмотрите на его размеры, я не понимаю, как он летает в воздухе. И теперь, ребят, главная фишка этого фрукта. Посмотрите на клики. Ребята, сейчас все будут жаловаться, что это спамерский фрукт, но согласитесь, что выглядит просто охеренно. Потом у нас идет скилл на Z, если не ошибаюсь, мы уже видели его, но давайте посмотрим, как он будет выглядеть. Йоу, сразу в 5 сторон он атакует, охренеть. То есть это против тиммера в имба, если вы Bounty Hunter. Также это фарм имба, потому что вы можете сразу большое количество противников атаковать. Вообще фрукт универсальный, как я понимаю, будет. В общем-то говоря, по мамонту это у нас все, но помимо мамонта у меня есть также большое количество информации, которую я хотел бы вам прямо сейчас донести. В общем, ребят, мы заходим на дискорд сервер Blox Fruits, заходим в канал Announcements и посмотрите,
посмотрите, что здесь они писали. Получается, они выложили данный фрукт мамонта, то есть сникпик, да, сникпик через 25 минут. Но нам нужно не это. Посмотрите сюда. Sword rework video coming this week too. Release date will be announced soon. Что переводится как реворк мечей видео, то есть видео с реворком мечей, которым нам покажут обзор, выйдет на этой неделе. А также дата релиза скоро будет анонсирована. Ребят, тут я на самом деле немножко не понял, то ли это дата релиза видео с мечами, то ли это дата релиза обновы. Но если дата релиза обновы, ребят, это просто слезы радости. Мы наконец-то этого практически дождались. То, чего мы ждали уже практически год. Лично у меня предположение, что скорее всего на этих выходных выйдет ролик с реворком мечей, которым они покажут нам все мечи. И соответственно, скорее всего, в этом видосе они уже, возможно, хотя бы скажут дату трейлера, который будет именно по всей обнове, а не только по мечам или там по фрукту одному. Ну и также, помимо этого, я хотел вам показать еще один слив, который я нигде не показывал. Смотрите сюда, ребят. Prepare for a leak. Это написал Репиндра. Подготовьтесь к сливу, либо же сникпику. Если данный пост наберет 100 тысяч лайков в Твиттере, если что, я лайк уже поставил, я дропну видео, в котором я покажу вам одну из взрывных атак нового якорного оружия. А также сникпик нового острова, который выйдет в ближайшем обновлении. И также он прикрепил вот такую картинку, на котором, как я понимаю, будет этот скилл. Плюс еще до этого он показывал вот эту картинку, и здесь мы видели вот такое оружие. Как я понял, это и есть якорь. То есть, ребят, мне кажется, сейчас реально тот самый момент, когда обнова близко как никогда. Я думаю, что она будет очень скоро. Точных дат я не смогу вам назвать, но что-то мне подсказывает, что в этом месяце, либо же максимум в следующем месяце. Потому что такое большое количество всяких сливов, трейлеров и всего указывает на то, что обновление уже почти готово. Поэтому, ребят, на этом будем заканчивать. Я не особо сильно старался над монтажом этого видеоролика, потому что я как можно скорее для вас выпустить данный видос, чтобы вы узнали инфу. Поэтому, ребят, с вами Кастин Винтер. Пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а также вступайте в мой телеграм-канал, потому что все новости, которые будут по BlaxRoots, там сливы, трейлеры, что-то, штуки, какие-то сникпики, я все буду закидывать в свой телеграм-канал впервые, чем на свой канал на Ютубе. Поэтому залетайте, с вами Кастин Винтер, всем удачи и всем пока!